Здравствуйте, коллеги. ProDexpo 2021 в эфире. У нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь и какую компанию представляете? Меня зовут Александр Кудяшев. Я директор научно-производственной фирмы «Сибирская тема» из города Кургана. Мы занимаемся выращиванием редкой сибирской рыбы. Это пелядь, семейство лососей, род сиги. Великолепнейшая совершенно сибирская рыбка, очень вкусная, которую мы сейчас выращиваем в наших закрепленных озерах на просторах Сибири, Западной Сибири. Тогда нам, наверное, хочется узнать, как она выглядит, как она пахнет и какая она на вкус. Давайте, может быть, покажем сразу. Значит, вот это пелядь вяленая. Значит, она производится, естественно, из отловленной замороженной рыбы. Мы этим занимаемся уже 21 год. Предприятию через год будет 30 лет. Поэтому, значит, мы научились делать ее, не побоюсь этого слова, лучше всех. 12 лет мы уже приезжаем на выставку ProDexpo. И очень благодарны тому, что нам удается здесь практически, значит, найти потребителей во всех регионах, как европейской части России, так и далеко на восток от Кургана. А вот эта рыбка – это пелядь холодного копчения. Это песня просто. Значит, то есть, как иногда мы говорим, кушайте пелядь, и вы будете вечно счастливы. Кроме того, вы будете еще и здоровы, потому что пелядь, она содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, омега-3. То есть это поддерживает в хорошем состоянии сосуды головного мозга и в целом организм человека. Вот мне скоро исполнится 70, но вы видите же, почему. Потому что я пелядь кушаю. Я надеюсь, что конечный потребитель и центральной части России скоро будет в каждых торговых точках рядом со своим домом видеть эту потрясающую рыбку и знать ваш бренд. Давайте еще раз скажем, как вы называетесь и что вы ждете от выставки в этом году. Я ожидал, прямо скажу, что будет немножко поменьше посетителей. Значит, на выставке вот сюда приехали очень многие люди, которые с нами контактировали на прошлых выставках. Они обсуждают, значит, последующие поставки. Как правило, речь идет о резком увеличении. Вот период пандемии, он, значит, очень многим предприятиям помешал в своей работе. Но я вот думаю, что если качественный, натуральный, абсолютно натуральный продукт, то он вот в этот период только привел к резкому наращиванию объемов производства. Ну, в частности, это коснулось и нашего предприятия. Поскольку в нашей продукции мы не используем абсолютно ничего, никаких красителей, ни химических, ни при выращивании, ни стимуляторов роста, ни гормонов никаких, ни антибиотиков, ничего. Она растет на диких сибирских озерах. Мы ее запустили, личинку, в апреле месяце и пришли в сентябре, в октябре ее ловить. Понимаете? Поэтому мы от выставки ждем того, что рыба появится в тех регионах, которые еще пока ее от нас не получают. Но 17 регионов европейской части России мы уже возим. Спасибо вам за это огромное, и мы желаем вам успеха в этой выставке. Надеемся увидеть вас в следующем году. И чтобы эта рыбка, конечно, нашла финального покупателя. Вот в моем лице она точно уже его нашла. Спасибо вам большое. Кушайте на здоровье пелядь, будете всегда здоровы и счастливы. Всего вам самого хорошего.